Огурцы и помидоры есть вместе нельзя. Почему утверждают, что огурцы и помидоры нельзя есть вместе? Потому что огурцы имеют щелочную среду, а помидоры – кислую. И при столкновении щелочной и кислой среды запускается процесс образования солей, который в конечном итоге вредит вашим почкам. Это полный бред. Почему? Потому что помидор от огурца отличается незначительно. Огурец на 95% состоит из воды. Остальное – это углеводы, белки в небольшом количестве, витамины и минералы. По составу от помидора он отличается лишь водянистостью. Поэтому кушайте на здоровье огурцы с помидорами без вреда. Конечно же, вы можете навредить своему организму, но для этого вам потребуется съесть килограммов так 5 огурцов и помидоров. Кстати, напишите еще в комментариях абсурдные мифы, о которых знаете вы. Очень интересно почитать, что еще, с чем нельзя мешать.